Доброго времени суток, мои дорогие зрители! Рада вас видеть на своем канале! Сегодня я хочу приготовить классические налистники с творогом. На моем канале уже есть видео, где я готовлю тонкие блины на налистники. Ссылочку вы найдете в описании под видео. Если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь. Ну а я начинаю! Для того, чтобы приготовить начинку для налистников из творога, нужен, собственно, сам творог. У меня 0,5 кг творога. Я его сразу покупаю перетертым вот в такую массу. Соответственно, творог, который вы покупаете, если он зернистый, тоже нужно его либо через терку перетереть, либо в блендере быстрее всего, или через мясорубку. Одно яйцо, 5 столовых ложек сахара и пакетик ванильного сахара. Блины я уже приготовила заранее, еще вчера. Здесь блинов на 1 литр молока. Рецепт блинов у меня уже есть на моем канале. Он проверенный, очень хороший. Ссылку я оставлю в описании под видео. Переходите, смотрите, там подробный рецепт. А я приступаю к приготовлению налистников. Все на самом деле очень просто. Просто всыпайте все ингредиенты в творог и перемешивайте. Все, начинка готова. Ничего, никаких термических обработок здесь не требуется. Всыпаю сахар и добавляю ванильный сахар. Все хорошо перемешиваем. Все, начинка уже готова. Теперь осталось скатать налистники. Я пока что буду складывать налистники на досточку, а потом только переложу в форму. Я намазываю начинку именно таким образом, не дохожу до самых краев, потому что начинка во время приготовления, запекания в духовке будет оттуда немножко вываливаться, это нам не нужно. Теперь я просто катаю блинчик достаточно плотно. Все, налистник готов. Ну и таким образом нужно сделать со всеми блинами. Где-то 2 столовых ложки на блин. На этом этапе уже можно включать духовку на 180 градусов, чтобы она разогрелась. Она как раз успеет прогреться, пока вы закончите намазывать все блины. Итак, я налистники уже накатала. У меня получилось 10 штук. Но я, правда, толстым слоем достаточно промазывала блины. У меня осталось 3 блина, то есть это значит, что можно добавить где-то еще 100 грамм творога, то есть где-то 600 грамм, ну и одного яйца достаточно. Теперь мне нужно взять форму для запекания и выложить туда налистники, но не просто выложить. Я на дно возьму и натру на терке немножко сливочного масла. И вот таким образом произвольно натираю, ну где-то уходит на один слой грамм 10. Он не сильно распределяется, но нужно постараться. Лучше брать масло замороженное, чтобы оно, знаете, еще твердое было, и тогда проще его на терке натереть и распределить. Видите, все не влезло, поэтому я сделаю просто вот таким образом. Не получается. Я знаю, мама у меня просто раскладывала кусочки замороженные вот так сверху, а масло потом распределялось. Дальше мне нужно немножко сахара, я присыплю сверху налистники. Я накрываю налистники фольгой. Если у вас есть крышка, это даже лучше. Все, оставляю налистники в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 30 минут. Итак, налистники готовы, они еще горячие. Ну, собственно, их можно подавать уже на стол. Такие налистники можно есть просто так, со сметаной, со взбитыми сливками, с вареньем, с джемом, со свежими фруктами, с желе. В общем, чего душа пожелает.
Ну а вам, если понравилось мое видео, обязательно поставьте лайк, оставляйте свои комментарии, мне очень важно ваше мнение, подписывайтесь и обязательно заходите еще. Всем приятного аппетита, пока-пока!